Здравствуйте, коллеги. Рада вас приветствовать на площадке информационного агентства России ТАСС. Мы начинаем прямую трансляцию, пресс-конференцию, посвященную объявлению шорт-листа конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2023». Я напомню, что конкурс проводится ежегодно с 2012 года. Его цель – выявить лучшие проекты и инициативы в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. Ну а награждение победителей конкурса «Ревизор-2023» состоится 29 августа. И в рамках нашего мероприятия, конечно же, поговорим, сколько заявок в этом году поступило, подведем некие итоги сезона, какова география заявок. И, конечно же, сделаем это с помощью наших экспертов, спикеров, которые участвуют в мероприятии, представляют тех, кто находится здесь в пресс-центре ТАСС, управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько. Леонид Леонидович, добро пожаловать, рад вас вновь приветствовать в наших стенах. В нашем мероприятии принимает участие президент Ассоциации книгораспространителей, главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина. Светлана, также рада вас вновь приветствовать на нашей площадке. Со мной рядом Борис Кузнецов, директор издательства «Росмен». Борис, рада вас приветствовать. Добро пожаловать. В мероприятии принимает участие генеральный директор группы компании «Ripple Classic» Сергей Макаренков. Также здесь, в пресс-центре ТАСС, директора комплекса «Российская книжная палата» РГБ Елена Нагина. Елена Борисовна, также рада вас приветствовать в наших стенах. И с нами на онлайн-связи генеральный директор издательства «Эксмо», член правления РКС Евгений Копьев. Евгений Викторович, рада вас приветствовать, добро пожаловать. Вроде связь у нас в порядке, вижу, что вы нас слышите и видите, это радует. Для зрителей я напоминаю, что мероприятие у нас идет и в онлайн формате тоже. Нас можно смотреть на страничке анонса, сайт tas.ru, раздел «Пресс-центр». Также к прямому эфиру можно присоединиться в ВКонтакте, официальной странице пресс-центра ТАСС, ну или посмотреть чуть позже. ВКонтакте запись останется для тех, кто не успевает к нам присоединиться прямо сейчас. Но для тех, кто успевает, начнем потихонечку двигаться к кульминации нашего мероприятия, к шорт-листу, но вначале попрошу Леонид Леонидович вас первому взять слово, напомнить, что за конкурс, почему важен, какова география в этот раз участников, сколько поступило заявок, какие номинации, ну, в общем, обо всем подробнее вам слово. Спасибо большое. Значит, для меня действительно такая самая ответственная задача рассказать в целом о нашем конкурсе. Конкурс, он ежегодный, конкурс профессионального мастерства. Это соревнование среди профессионалов книжной отрасли, среди лучших проектов, инициатив в области книгоиздания, книгораспространения, библиотечного дела. 12 лет он проходит у нас уже вот в рамках таких, и он действительно таким стал самым, наверное, профессиональным, самым престижным на сегодняшний день. Вот он перед вами, наш герой. Значит, наш ревизор, значит, кто-то называет его книжным Оскаром, кто-то говорит просто о каком-то вот ситуации, ну, может, наша золотая маска, типа подобного что-то. Но, тем не менее, это вот наша, действительно, нами рожденная. И вот, задача конкурса у нас определить и поощрить яркие инновационные решения в книжном деле России в сфере поддержки продвижения книгоиздания. Конкурс «Профессиональное мастерство «Ревизор» призван содействовать развитию книжной отрасли России, осознанию значимости роли книги и чтения в российском обществе. Я буду немножко подглядывать, потому что действительно, смотрите, какая ситуация. Масштаб действительно имеет федеральный. Значит, в этом году у нас поступило 190 заявок из 26 регионов Российской Федерации. Это у нас от Калининграда до Находки, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Самарская, Свердловская, Оренбургская, Кемеровская, Мурманская, Калининградская, Белгородская, Алтайский край и ряд других, значит, регионов, которые проходят. И я думаю, что из года в год он будет еще больше охватывать. То есть тем, кому интересно, мы всех подхватываем и делаем. Главное, чтобы людям было в этой отрасли интересно. Значит, конкурс у нас проходит по 14 номинациям. Значит, их я все назову. Это «События года», очень важный конкурс. Это «Герой нашего времени», «Руководитель компании», «Редактор года», «Руководитель направления», «Журналист года», «Блогер года», «Издательство года», «Книжный магазин года», «Продавец года», «Управляющий книжного магазина», «Цифровые сервисы и технологии», «Чтение 21 века», «Лучший образовательный проект». А я хочу сказать, что практически у нас каждый год вот эти номинации чуть-чуть повышаются, вот, добавляются и так далее. Ну, правильно, потому что новые технологии, новые интересы вырастают. И
Не факт, что, например, на следующий год мы будем говорить о том, что такое же количество осталось у нас номинаций. Будет больше, мы только будем рады. Вот. Организаторы конкурса у нас являются Российский книжный союз, Министерство цифрового развития, связи и массовой коммуникации Российской Федерации, ранее это было агентство, вот. Ассоциация союзов писателей и издателей, значит, журнал книжной индустрии и Генеральная дирекция международных книжных ярмарок. Два года назад к нам подсоединилась Ассоциация союзов писателей и издателей. То есть, вот, тоже стала с нами вместе это проводить. Вот такая краткая характеристика и по нашему конкурсу. Спасибо большое. Светлане Зориной сейчас слово предоставлю. Светлана, ну давайте мы чуть-чуть начнем открывать, как все-таки формируется шорт-лист. Может быть, скажете, какие добавились номинации по сравнению с прошлым годом, если таковые есть, потому что начинали вы с гораздо меньшего количества номинаций. Это значит, что есть развитие и востребованность и потребность, и профессиональное сообщество откликается уже совсем по-другому в настоящее время, но до этого тоже нужно было дойти и показать, и доказать, может быть, даже в какой-то степени, что эта премия нужна, важна не только для тех, кто бойцы невидимого фронта, по сути, ну, мы как-то приходим, берем книгу с полки, ну, а какой процесс этому предшествует, это огромная, просто сумасшедшая порой работа, поэтому давайте вот немножечко за кулисы, скажем так, заглянем, и какие новшества в этом году были введены, как вообще проходил вот этот вот непростой период отбора и формирования шорт-листа, какие критерии, кто выполнял эту непростую работу. Спасибо большое за такой большой объемный вопрос. Действительно, премия индустриальная, премия федеральная. Конкурсу «Ревизор» уже 12 лет, и даже не верится, что эти 12 лет мы действительно выявляем и объявляем и награждаем самые лучшие проекты и инициативы книжной индустрии. И вы совершенно правы, сказав о том, что действительно задача конкурса поощрить и выявить вот действительно лучшие проекты, лучших людей, начиная от этапа зарождения книги, заканчивая уже ее распространением. То есть конкурс позволяет посмотреть на профессионалов отрасли, посмотреть не только на руководителей, не только на первых лиц компании, но и продавцов, управляющих книжных магазинов. То есть мы очень демократичны, мы стараемся в этом конкурсе действительно отметить лучших людей, кто причастен к книжному делу России. И «Ревизор» позволяет действительно отметить этих людей во всех направлениях: книгоиздания, книгораспространения, продвижение книги, и в том числе и библиотечного дела. И уже переходя к шорт-листу, сегодня действительно такое очень волнительное событие, мы очень долго-долго шли к этому дню, 23 августа, потому что за этим объявлением стоит на самом деле, во-первых, стоят годы работы самих профессионалов отрасли, во-вторых, стоит несколько месяцев напряженного обсуждения конкурса, состязания, когда сначала прошел у нас этап интернет-голосования, мы подвели итоги, дальше проголосовали эксперты. И как определился шорт-лист? Он определился путем суммирования голосов интернета, голосов экспертов, при том, что мы уже в положении сразу зафиксировали, что голоса экспертов умножаются на 2, потому что для нас очень важна именно экспертная оценка, экспертиза, потому что конкурс профессиональный. И вот путем суммирования этих баллов сегодня сложился тот шорт-лист, который мы сейчас объявим. И объявить его я уже хочу, наверное, с самой первой и одной из самых важных номинаций – это «Герой нашего времени». Это номинация, одна из недавних, вот вы спрашивали, какие номинации у нас появились, да, это номинация буквально 3-4 года, как была введена в конкурс по инициативе портала «Год литературы» российской газеты, мы вместе придумали эту номинацию, которая как раз, в чем ее смысл? Она отражает не только профессионализм людей, занятых книгой и продвигающих культуру книги в широкое общественное поле, но здесь нам важно еще и объявить, и поощрить активную гражданскую позицию людей. И вот в этом году впервые в этой номинации у нас 2 победителя. И вот так, пользуясь случаем, я хочу их сейчас назвать не на самой церемонии, а сейчас, потому что здесь именно в этой номинации мы хотим, чтобы мы знали своих героев как можно раньше. И в этом году их
У нас два героя, такого не было никогда, но это очень две важные, очень заслуженные персоны. Это Мария Веденяпина, директор Российской государственной библиотеки. Вы все знаете, конечно, Марию Александровну за целый ряд проектов, которые делает Российская государственная детская библиотека. Это и неделя детской книги, это акция «Дарите книги с любовью». Много-много очень сильных профессиональных проектов по поддержке и продвижению чтения. В этом году библиотека очень сделала большие гуманитарную помощь новым нашим субъектам, новым территориям. И вот мы, конечно же, не могли это не обойти стороной. И второй наш герой, мне прям очень приятно, что он сидит рядышком справа от меня. Неожиданно. Это дорогой наш Леонид Леонидович Палько. Я, честно сказать, просто вот преклоняюсь и просто поражена вашей неутомимой энергией и той самоотдачей, с которой вы работаете. И мы, конечно, не могли это никак не отметить в этом году, потому что это вот то, что легло на плечи Леонида Леонидовича в этом году, это, не знаете, вот, мало кто бы способен был это все вынести и справиться. Это и поставка, вот сейчас идет огромная поставка, 2,5 миллиона книг поставляются на новые территории. 2,8 миллиона даже. Больше 45 новых книг издательство «Вечи» сделало, посвященным как раз по тематике Донбасса и ЛНР, ДНР. И лично Леонид Леонидович Палько, я хотела бы отметить, что стал одним из организаторов проекта «Буханка фронту». Это очень важный проект, в рамках которого поставка шла не только книг, но здесь и телевизоры, и то, что непосредственно необходимо людям, раненым людям в госпиталях. И вот Леонид Леонидович уже несколько поездок совершил лично. Мы всегда были на связи, я как могла поддерживала, потому что действительно, я считаю, это геройство в наше время, это геройство вот, лично не просто проконтролировать, да, но это все взвалить на свои плечи от и до, все эти процессы. Может быть, даже, Леонид Ильич, несколько слов, буквально вы же только что вернулись. Прокомментируйте, пожалуйста, ну, как прошла вот последняя. Я вернулся в выходные у меня стояло две задачи. Был по линии художественного совета Министерства обороны, у нас был так называемый десант художественного совета, госпитали, полигонные и передовая была. А вторая часть моей командировки была вот в рамках поручения президента Российской Федерации. Мы начинаем с субботы отправлять автопоезда с книгами, 2,8 миллиона книг в новые, по федеральной общеобразовательной программе в школьной библиотеке и в публичной библиотеке. Тоже книги, значит, и нам задача все это сделать в течение сентября, и моя задача была проехать вот эти 1000 километров, которые я так намотал, и посмотреть все-таки, как готовы приемы этой продукции, как они, в это, каких условиях. Конечно, ну, я понимаю, что мы работаем с тем, что есть, и то, что есть, но люди там, конечно, герои. А за себя хочу сказать одно, что я делаю свое дело, и мне за честь вот быть с Марией Веденяпиной в одной команде, в одном, в этом, как у нас, мальчик-девочка, что называется. Но давайте так говорить, человек, который является лауреатом государственной премии Российской Федерации, и это говорит, это за честь быть вместе с ней. Вот. Спасибо коллегам за то, что меня признали. Я благодарен. Спасибо. Ну, мы вас поздравляем, и, конечно, Марию Веденяпину, которая очень регулярно и часто в наших стенах тоже бывает с различными проектами. Также летят наши поздравления, и лично тоже обязательно ее поздравим. Да, ну и да, я продолжу. Угу. Продолжу. Номинация «События года» тоже одна из новых номинаций. В этой номинации мы оцениваем значимость событий как для всей книжной отрасли России, так и для изменения восприятия книги чтения в российском обществе. И здесь у нас в этом году три номинанта, три проекта. Это первая литературная резиденция Ассоциации союзов писателей и издателей России. Сергей Александрович Шаргунов, передаем ему привет и, конечно же, слова восхищения того, что он делает, что делает ассоциация за эти вот 2,5 года. Это просто грандиозный фронт работ, и это очень большой, важный проект. Второе – это ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн, но здесь мы хотим поощрить и отметить именно весеннюю. Все мы знаем ноябрьскую ярмарку, она стала одной из лучших, знаковых событий года, профессионального года, но
ярмарка «Весенняя» впервые прошла в этом году, получила огромный резонанс, и огромное имеет значение не только для издательств, для книгораспространения, но и для читателей, поэтому мы отмечаем именно весеннюю ярмарку как такое зарождение новой традиции. И третий номинант – это возрождение Ассоциации книгораспространителей. Тоже очень, я считаю, важное событие. В этом году, коли уж я к этому причастна, пару слов скажу. Непосредственно. Да, мы 26 апреля была перерегистрация ассоциации, и теперь мне выпала большая честь и ответственность возглавить эту ассоциацию. Конечно, задач стоит очень много. Сегодня книжные магазины, как никто, нуждаются в поддержке и защите, особенно на государственном уровне, потому что и продажи сегодня падают, и значение книжных магазинов, к сожалению, в отрасли, так скажем, меняется не в лучшую сторону. Многие читатели приходят посмотреть книжные как витрину хорошую, а покупки совершают в интернете. Поэтому очень много сейчас процессов, очень много проблем, и я надеюсь, что именно объединив наши усилия, консолидировав книжные магазины России и создав единую карту, у нас есть и такой замысел сделать единую карту книжных магазинов, которая будет представлена на сайте ассоциации, мы вместе будем решать сообща все наши важнейшие задачи. Вот именно в сложное время консолидация как никогда очень и очень важна. Вот. Ну и сейчас, наверное, уже перейдем к следующим. Да, давайте я подолью все-таки эту ложку дегтя в чайнике про книжные магазины. На самом деле тоже, ну тут не мне вам рассказывать, людям из отрасли. Все мы живем в очень такое непростое время, и под современные условия тоже должны, ну, наверное, все подстраиваться. Не только одни подстраиваются, другие нет. И вот не мне вам рассказывать, что книжные магазины тоже некоторые, скажем так, не очень охотно понимают, что происходит, и связано это с геополитической ситуацией и со всеми остальными. Поэтому тут, когда нужна помощь, все готовы кричать о ней, а как только какие-то моменты нужно учитывать и откликаться на зов времени, не все книжные на это готовы. Поэтому здесь тоже ради справедливости обратимся к коллегам, что, да, понятно, нужна помощь, и им сложно, но и они иногда, ну, проявляют странную, скажем так, позицию, если вы упомянули про гражданские, допустим, позиции. Есть моменты, над которыми и книжным магазинам стоит задуматься. Согласна. Поэтому с вами, это огромная, большая тема. Тут вы абсолютно правы, это большая тема, она больная, она не только большая, она и больная, и не в рамках, конечно, нашего публичного мероприятия называть какие-то бренды, названия и так далее, но эта проблема существует, и, ну, и делать вид, что ее нет, это вот, ну, для значит, этого, прежде всего, необходимо объединение, чтобы такие проблемы и все вопросы мы могли решать сообща, потому что когда мы порознь, очень сложно до кого-то достучаться и выразить, да, а здесь мы можем уже выражать консолидированную единую позицию. Ну, это дорога, да, с двусторонним движением, и если идти вместе, ну, напротив, то будет цель и результат, а если один идет только в одну сторону, а другой, когда им хочется идет, то результат не будет никакого. На минуточку, книжных магазинов сейчас в стране более 3000. Да? И, конечно, вы понимаете, что в задачи ассоциации входит всех их объединить. Да. Но я не могу сказать, что на текущий момент, когда ассоциация только возродилась, мы только начинаем решать эту задачу. Нет, я вообще никакой не вброс в ваш адрес на новом посту, тем более в целом про ситуацию, потому что вы это сами поняли. Ситуация, мы ее знаем. Какая у нас сегодня живая дискуссия, понимаете, на пресс-конференции. Нет, а потому что, ну, а что, мы федеральная площадка, и мне кажется, все равно, если существуют какие-то моменты, и их можно решить, это не нерешаемые какие-то проблемы, которые просто нужно вмешательство президента, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, как у нас часто бывает. Это абсолютно нормально, отраслевая, рабочая история, поэтому коллегам мы такой посыл сделали, надеемся, что тоже будем услышаны. Продолжайте, Светлана. Я огласила свои номинации, и теперь я думаю, что мы передадим слово. Теперь следующий слово, Евгений Викторович, да? Я тут поясню немножко, да, о нашем формате, что у каждого нашего спикера есть почетная миссия
оглашать участников шорт-листа в соответствии, ну, там, с распределением организаторов, поэтому каждая эта миссия будет, но это, конечно, не отменяет возможность экспертно выступить, дать обратную связь по картине, по общей, может быть, поднять какие-то темы, которые вы считаете уместными в данном контексте. Поэтому передаю слово Евгению Копьеву, гендиректору издательства «Эксмо», члену правления РКС. Евгений Викторович, с нетерпением ждем и слушаем вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать на очередной пресс-конференции, посвященной итогам премии «Ревизор». И мне выпала честь рассказать как раз про книжную розницу. И я рад, что в рамках «Ревизора» целых три номинации, которые посвящены книжной рознице. Так как книжная розница сейчас испытывает, к сожалению, трудные времена. И вот на протяжении всех прошлых лет, к сожалению, государство не оказывало практически никакой поддержки рознице. Я надеюсь, что в последние годы, ну вот в этом году с появлением ассоциации будет все-таки больше диалога. Вот как было уже сказано, что есть обоюдоострые вопросы, да, которые хотелось бы в рамках отрасли обсуждать. И, соответственно, здесь я уверен, что появление ассоциации, и спасибо большое Светлане за это, сможет серьезно помочь в диалоге отрасли и государства. Ну и отдельно хочу поздравить победителей номинации «Герой нашего времени». Мне кажется, прямо очень достойные два победителя. И я так входил в экспертный совет. Сразу скажу, что у нас прям, если по каким-то номинациям мы спорили, то здесь это было единогласное решение. И действительно, коллеги делают великолепную работу. Если переходить к нашим номинациям по книжной рознице, то, соответственно, первая номинация – это книжный магазин года. Критерии – это больше 50% книжного ассортимента. Это важно, потому что зачастую книжные магазины начинают большую часть своей площади отдавать канцтоварам, подаркам и потихоньку уходят от формата книжного магазина. Здесь для нас крайне важно поддерживать именно книжную розницу, магазины, которые вот и являются книжными, и все-таки больше половины площади у них уходит на книги. Это первый критерий. Второй критерий – это большая творческая насыщенная жизнь в рамках магазина, встречи с писателями, какие-то творческие вечера. То есть такая подход к книгам, к любовью, да, то есть крайне важно, чтобы в книжном магазине любили книги, искали какие-то идеи, как и привлекать читателей, как с ними общаться, как с ними взаимодействовать. Ну и третий критерий у нас был – это эффективность. То есть мы взяли критерий оборачиваемости, чтобы книги все-таки продавались в течение 10 месяцев. И вот так у нас 4 номинанта, и я рад, что здесь не только московские магазины, точнее из Москвы даже один магазин, это книжный магазин «Москва» на Тверской. Второй номинант у нас – это магазин «Металь» из Воронежа, с Пушкинской улицы. Третий номинант – это магазин «Метида» в Самаре, прекрасный магазин на Московском шоссе. И четвертый номинант – это книжный магазин «Книга Плюс», сети «Книга Плюс» из Казани. Недавно был в Казани, прямо прекрасный магазин, стоит прям позавидовать. Это номинанты книжного магазина. Двигаемся по двум другим номинациям. Я уже не буду конкретных называть номинантов, скажу просто из таких сетей. То есть у нас номинация «Управляющий книжным магазином» – это крайне важная позиция. Кажется, что книжный магазин, ну, – это такое вот место, где вроде как книги должны сами продаваться. В действительности от управляющего зависит 99%. То есть я видел просто очень талантливых управляющих, которые вплоть до того с лучшими читателями пили чай, да, индивидуально знали своих самых лояльных читателей, организовывали в рамках книжного магазина какую-то большую культурную жизнь, раз в неделю устраивали какие-то внутренние книжные клубы с продавцами. То есть понятно, что такой управляющий дает новую жизнь книжному магазину или свежую жизнь, и у него все хорошо, и ему даже никакая поддержка не нужна. Итак, соответственно, у нас управляющий из каких книжных сетей? Это «Читай город», это «Живое слово», это «Метида», это «Книжная лавка» из Калининграда. Да, я рад здесь, что есть у нас номинант из Калининграда, по-моему, в первый раз за все время. Из Тольятти, соответственно, книжный магазин тоже «Метида». А «Металь», я уже упоминал, «Республика». И здесь стоит отметить, что у нас произошло достаточно важное событие в прошлом году, когда
возродилась республика, когда все уже думали, что все, республика потихоньку будет закрываться, и мы знаем все эти проблемы, которые были там и с банкротством, и с неплатежами, и вот сейчас республика получила вторую жизнь за счет того, что меломан, да, стал ее развивать, и, соответственно, сейчас республика — это прекрасные магазины, и я рад, что один из магазинов стал номинантом. Ну и, соответственно, естественно, это директор магазина «Буквоед» из Санкт-Петербурга, и здесь здорово, что тоже «Буквоед» у нас представлен. Это по управляющим. Если по продавцам говорить, то практически те же самые сети, «Амиталь», «Буквоед», есть вот единственная, по-моему, здесь книга, кофе и другие измерения из города Верхняя Пышма. Да, это вот лучший, один из номинантов, Оксана Некрасова. «Живое слово», я уже говорил, «Калининград», ну и тоже «Республика». То есть здесь вот три у нас, соответственно, несколько тоже номинантов продавцов, понятно, потому что хороший продавец тоже оказывает большое влияние. Отдельно хочу рассказать также про инициативу, которая будет в рамках, которая существует в рамках ассоциации книга распространителей. Светлана Зорина как раз ее курирует. Это рейтинг книжных магазинов, потому что крайне важно как раз показывать лучшие книжные магазины, потому что зачастую, вы знаете, есть книжные магазины просто феноменальные. Вот я недавно был в Нижнем Новгороде, в Казани, есть прямо прекрасные книжные магазины, которым стоит позавидовать даже там центральным магазинам центральных городов. Да? И, соответственно, очень здорово, что появился такой книжный рейтинг всероссийский именно книжных магазинов. И я надеюсь, он дальше будет развиваться, в рамках которого мы будем награждать, поощрять и, соответственно, помогать самым лучшим книжным магазинам. И здесь отдельно еще раз хочу сказать спасибо Светлане, которая принимает очень большое участие в развитии этого книжного рейтинга. Спасибо вам большое. Светлана, правильно я понимаю, что после нашего мероприятия будут опубликованы все результаты? Конечно, обязательно. Просто сегодня, мне кажется, людям будет приятно в рамках нашего мероприятия, ну просто по таймингу немножко мы не успеваем достойно о каждом из них сказать, но я уверена, что они достойны большего внимания, потому будут размещены в открытом доступе. И в наших материалах упомянут, и, конечно, будет полный список опубликован уже на сайте премии. Так, ну что, получается, мы идем дальше. Елена Борисовна Нагина у нас следующий человек, которому доверили объявление номинации издательства года, как я понимаю. Ну и в целом тоже экспертное мнение по нужности, важности, актуальности премии «Ревизор». Елена Борисовна, вам слово. Спасибо. Крайняя правая кнопочка. Угу. Добрый день, коллеги. Представляю номинацию «Издательство года». Ну, если мы говорим об издательстве, то, я думаю, все и здесь сидящие, и многие другие понимают, что это вообще-то основное звено в цепочке от автора к читателю, потому что это автор, это издатель, это книгораспространитель и это читатель. И, конечно, издатель может быть успешным только тогда, когда он активно работает с автором. Потому что сегодня, мне кажется, это вот основная задача – найти интересного автора, желательно новое имя, и желательно его продвигать. Потому что успешность издания, ну и самого издательства, естественно, она очень сильно зависит от автора. И вот эта спайка «автор-издатель» – это вот как бы первая успешная часть, если издательство хочет как бы двигаться. Второе – это когда издательство использует современные технологии. У нас сегодня очень много появилось современных технологий, мы много говорим о цифровизации, которая также используется в технологиях издательств, и очень важно их использовать. Вот использование современных технологий, опять-таки, говорит об успешности издателя. Дальше, естественно, продвижение книги. Если издательство владеет способами, причем часто неординарными способами продвижения книги, какими-то рекламными ходами. Это вот опять-таки помогает издательству и опять говорит об его успешности. Ну и, конечно, еще один момент – это продвижение книги уже пути продаж. Вот как, использует издательство, находит эти пути продаж, потому что сегодня тоже их достаточно. Это и классика, о которой вот уже говорили, книжные магазины, которые были всегда, и
так сказать, издатель должен работать, издательство с книжными магазинами. Это интернет-торговля, самая разная, там есть разные, так сказать, пути. Это вообще книготорговые сети, и это библиотеки. Вот о библиотеках особо хочу сказать, потому что сама сегодня работаю в Российской государственной библиотеке. Кстати, работала в ТАСС и много, а теперь годы. Там. Вот. Это очень важное звено, потому что с точки зрения процента объема продаж рынка, как бы, который берут на себя библиотеки, это не очень много, но с точки зрения, так сказать, работы с читателем, который приходит в библиотеки, а сейчас я это вижу своими глазами в Российской государственной библиотеке, вот это очень много, это очень дорогого стоит. Если издательство грамотно работает, в том числе по пути продвижения книги в библиотеке, это хорошее издательство. Вот как бы это основные критерии, которые, ну, как бы эксперты рассматривали, говоря об издательстве года. Ну и номинация состоит у нас издательство «Вольный странник», издательство «Альпина проза», издательство «Баслен», издательство «Витанова». Вообще хочу сказать, что в этом году достаточное количество было заявок по издательствам, и что приятно, издательства были, ну, и такие, как бы, киты, лидеры, большие издательства, в том числе были и не очень большие, и маленькие, и все, так сказать, давали свои заявки и, как бы, присутствовали, ну, в большом, не в шорт-листе, а в большом. Вот. И это приятно, приятно, что, как бы, выдвигаются такие, так сказать, проекты, которые делают, может быть, не совсем лидеры сегодняшнего книжного дела. И есть специальные дипломы к этой номинации. Это издательство «Мозаика Кит». Ну, естественно, «Мозаику» мы знаем как развивающую детское направление, детскую литературу и образовательную. Собственно, за это им и специальный диплом. И издательство «Камильфо». Издательство «Камильфо», так сказать, в основном за его большой вклад в развитие жанра комиксы. У нас, честно говоря, мне кажется, комиксы вот сейчас стали активно развиваться, а ведь в мире они уже, как бы, достаточно большое количество времени идут активно и очень сильно идут и продажи по комиксам, ну и вообще, так сказать, интерес читателя. У нас вот издательство «Камильфо», надо им отдать должное, они делают, во-первых, продажи, то есть они, в общем, достаточно много, так сказать, объемы продаж у них большие как раз по комиксам, и мне кажется, еще приятно отметить, что у них достаточно качественные вот комиксы, их качественные, хорошие, и иногда с очень даже, я бы сказала, какими-то серьезными содержательными моментами. Это тоже очень важно, потому что мы привыкли, что комиксы — это как бы досуг, но важно, чтобы этот способ был еще и, так сказать, какой-то серьезной литературы. Вот это такие спецдипломы. Теперь следующая номинация — это главный редактор. Ну, здесь все понятно. Главный редактор в издательстве — это основной стержень. Если мы говорили об издательстве, то критерии, которым можно, так сказать, привести к этой номинации, они практически те же. Успешность главного редактора, она очень связана с успешностью издательства. Будет успешный главный редактор, я думаю, будет, так сказать, неплохое издательство. И более того, здесь вот я еще хотела сказать, что эксперты смотрели, как эти главные редакторы способствуют книге, ее прохождению не только с точки зрения торговой, такой вот, когда, так сказать, объемы продаж большие, но и с точки зрения ее качество и участие в самых различных литературных премиях. У нас сегодня очень много литературных премий, и если есть очень такие неплохие, и если, так сказать, издательство и редактор вот побеждают, то есть их издания побеждают, то это тоже очень, так сказать, хороший критерий о том, что он успешен. И в этой номинации у нас присутствует Мария Залесская, главный редактор издательства «Молодая гвардия», Наталья Щербаненко, директор книжных проектов издательский дом «Комсомольская правда», Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина проза», Илана Богомаз, основатель и главный редактор «Альпина дети». Ну и третья, так сказать, номинация, которой, так сказать, мне поручено сказать, это руководитель направления. Это опять-таки руководитель направления в издательстве. Это опять взаимосвязано. Издательство, главный редактор и направление, которое, так сказать, себя показало. То есть успешное направление того или иного издательства. И здесь у нас такие номинанты. Николай Науменко, руководитель редакции «Неоклассик» издательства АСТ. Евгений Селиванов, директор по развитию собственного контента «Литрес». Анна Павлиева, руководитель группы продвижения авторских брендов редакции «Номер один» издательства «Эксмо». И четвертый – это Алина Сафронова, руководитель направления «Young Adult» издательства «Клевер Медиа Групп». Вот такие номинанты. С
Собственно, у меня все. Поздравляем. Ну и Мария Кирилловна Залеска, которая здесь в наших стенах случайно зашла, к нам заглянула. Поздравляем лично и, конечно, всех, кто в этих почетных списках, также найдет себя потом, кто сейчас не видит нашу трансляцию. Думаю, будет приятно удивлен, когда эти списки будут опубликованы. Ну что, движемся дальше. Борис, вам сейчас хотела слово предоставить. У вас почетная, такая близкая мне, по крайней мере, номинация «Журналист года» и не только. Вам слово. Добрый день, коллеги. Да, действительно, приятно и как-то так совпало в стенах ТАСС начинать говорить «Журналист года». «Журналист года» – номинация важная. Это те люди, которые рассказывают другим людям, что читать, как читать, что такое хорошо и что такое иногда плохо. Это профессионализм, это литературная критика, это, я не побоюсь этого слова, журналисты иногда могут сделать книгу, а могут и убить книгу. То же самое они могут сделать и с автором. Это очень важные люди, это очень влиятельные люди. Каким образом мы выбирали их, какие критерии, об этом нужно сказать. Наличие серии, не единичной, а серии публикаций о книгах или проблемах чтения. И неважно, на самом деле, у нас возникает поправка в электронных или в печатных СМИ. Сейчас это важно, такие поправочки делать. Это должно происходить на протяжении нескольких лет. Далее. У журналиста должна быть позиция, авторская позиция. Это очень важно, это не пустые слова, потому что журналист может ограничиваться перепостом фактически, либо формировать какую-то свою линию. Таких журналистов мы знаем достаточно много, но в шорт-лист вошли трое. Итак, Анастасия Скарандаева, обозреватель «Российской газеты», Андрей Мягков, редактор портала «Год литературы», Денис Корсаков, корреспондент издательского дома «Комсомольская правда». И в этой номинации есть специальный диплом Дмитрию Стешину, корреспонденту издательского дома «Комсомольская правда». Перехожу к следующей номинации, которая генетически связана с первой. И появилась она не сразу. Да? Это номинация «Блогер года». И куда теперь без этой номинации? Потому что мы говорим о журналистах, и мы должны, вынуждены, обязаны вспоминать о блогерах. Но нет. Да. Это те же самые люди, которые формируют общественное мнение. Я как издатель в данном случае говорю, как член экспертного совета. Без блогеров говорить о книгах сейчас в принципе невозможно. Потому что о книгах говорят журналисты и о книгах говорят блогеры. У каждого есть своя интонация, свой подход, своя аудитория. И каждый из них создает современную книгу и современное пространство чтения и пространство читателей. Это крайне важная тема, и иногда, вы знаете, блогеры влияют на книгу значительно больше сейчас, реалии такие, чем журналисты и чем официальные печатные СМИ. Они создают свои аудитории, и иногда даже они создают тренды. Какими критериями мы руководствовались, отбирая вообще в принципе список, отбирая заявки, ну и потом, соответственно, оценивая шорт-лист? Об этом важно сказать. Во-первых, такая достаточно сложная характеристика, но это качество книжного контента. Говорим о качестве книжного контента мы именно в отношении блогерского продукта, продукта того, который создают блогеры. Я понимаю, да, ваше сомнение, когда вы говорили о том, что я уравнивал журналиста и блогера. Блогеры – это люди, которые изначально занимаются самодеятельной журналистикой, скажем так. И поэтому, естественно, качество контента очень важно. В нашем шорт-листе это великолепные качественные тексты, блоги, подкасты. Это великолепное качество материала. Дальше. Очень важна регулярность. Как для любого блога, это не спорадическое явление, а это регулярность книжных публикаций. И доля публикаций о книгах в блоге или в подкасте должна быть все-таки больше половины, более 60%. Это тоже очень важно, потому что, как мы знаем, самые главные блогеры у нас, самые охватные блогеры, они, увы, конечно, не книжные, это лайфстайл-блогеры. И, естественно, самое главное, когда мы говорим о блогерах, мы говорим о влиятельности их. И эта влиятельность, она выражается в охвате и в подписчиках. Исходя из этих критериев, мы собрали наш шорт-лист. В шорт-листе у нас три фамилии, три блога. Итак,
Валерий Шибашов, блог Books and Reviews. Василий Бортников, блог «Запах книг». И Любовь Беляцкая, подкаст «Книжный Сабраш». На самом деле мне очень приятно и очень интересно, что у нас среди двух блогов есть подкаст. Подкасты и тема подкастов – это то, что к нам приходит, будет развиваться, и это будет очень важно. Ну а кто будет победителем, мы посмотрим довольно скоро. И еще одна номинация. Номинация, которая говорит о будущем. Мне очень приятно о ней говорить, потому что с каждым годом эта номинация, ее значение становится все важнее и важнее, как и само это явление становится все более важным, заметным, серьезным. И с сферы досуговых таких рассуждений за последние лет 10 это стало очень важной частью книжного бизнеса и книжной индустрии. Итак, это номинация «Цифровые сервисы и технологии». Критерии. Первый критерий, он качественный, это технологическая новизна сервиса. И новизна, естественно, она оценивается не с точки зрения абстрактного IT, а на фоне нашего книжного рынка и книжного сервиса, потому что очень часто эти сервисы и технологии приносят устоявшиеся решения, IT-решения в наш сектор, которые здесь ранее не использовались. И это иногда просто нас перестраивает и заставляет иначе думать и иначе работать. Очень важен потенциал востребованности отрасли, потому что есть большое количество идей и стартапов в области IT, привязанных к нашему бизнесу, к книжному делу. За год их возникает огромное количество. Мы живем в таком очень быстро меняющемся мире. Некоторые из этих стартапов потенциально оказываются неинтересными, невостребованными для нашей отрасли, хотя они бывают очень яркими. Я не буду называть эти вещи, но все мы, так покопавшись в своей памяти, профессионалы, помним, сколько за прошлые годы возникало таких очень любопытных стартапов. Яркая звезда мелькала в течение 3-4-5 месяцев и потом исчезала. А есть стартапы, которые стартанули 3-4 года назад, и сейчас без них отрасль представить себе в принципе невозможно. Ну, естественно, мы считаем очень важные количественные показатели. Это количество клиентов, партнеров и охват. В том числе и региональный охват, территориальный охват. Итак, что у нас здесь в цифровых сервисах и технологиях? Издательская платформа Litres Сам Издат. Не тот Litres, который мы знаем уже вдоль и поперек, а Litres Сам Издат. Обязательно нужно сделать на этом акцент, потому что Сам Издат – это то, за чем следим мы, как издатели, очень напряженно, внимательно. И это на самом деле тот формат чтений и тот формат литературы и творчества, который еще находится как бы на обочине литературного процесса, издательского процесса, но на самом деле влияет на него очень сильно. Следующее – это сервис МТС «Строки». Здесь, наверное, ничего объяснять не нужно, потому что мы это видим, слышим, это из каждого утюга, холодильника и так далее. Мы слышим про МТС «Строки», ну а мы, издатели, с этим просто просыпаемся и спать ложимся. И следующее, последнее, наш шорт-листер – это сервис библиотеки Москвы. И очень почетно и здорово, что в эти сервисы вошла такая интересная история, как сервис библиотеки Москвы. Это здорово и хорошо, что в IT-технологии включились библиотеки, и они действительно смогли создать очень классную инфосреду. У меня все. У вас все, но у нас еще впереди несколько номинаций. Сергей Михайлович Макаренко, генеральному директору группы компании Ripple Classic, хотел бы сейчас слово предоставить. Почетная тут такая номинация «Чтение 21 века». Давайте немножко расскажем о ней, также критерии, ну и, конечно, ждем названия и имена. Добрый день. К счастью, ревизор – это не только бизнес-конкурс, да? Ревизор – это также конкурс для общественных организаций, это конкурс для сообществ, которые занимаются таким благородным делом, как продвижение чтения. И вот чтение на сегодняшний день, номинация так и называется, «Чтение 21 века», на нее поступило наибольшее количество заявок. 70 заявок. Это и общественные организации, это и издательства, это и муниципальные библиотеки. И главная задача – это воспитание любви к чтению.
очень важное, и мы разделили это на три потока. Первая номинация или первый поток чтения 21 века – это всероссийские проекты по продвижению книг и чтения. И прежде всего, мне очень приятно, что в этой номинации два проекта, которые работают непосредственно с детьми. Это всероссийский литературный конкурс «Класс», где воспитываются наши будущие большие писатели, и проводится конкурс. И это проект «Всероссийская школьная летопись. Время писать книги». Это проект, который позволяет детским коллективам писать коллективные книги. То есть это совместное сотворчество, совместное объединение детей, наставников вокруг книги. Очень приятно, что в эту же номинацию вошла такая любимая издателями уже несколько лет такая акция, как «Дарите книги с любовью». Вот среди трех этих номинантов будет разыгрываться, в общем-то, главный приз. Следующее направление – это лучшие проекты компании по продвижению книги и чтения. Но это критерии яркость, охват, креативность, знаете, такой драйв, который присутствует при том, как на тебя воздействует тот или другой проект по продвижению, потому что это искусство. Сегодня самое сложное, чтобы о книге узнали. И вот эта история про узнавание, это как раз является основой тех проектов, которые предложили к компании. И в эту номинацию вошла книжная веранда издательской группы «Альпина», проект «Литерат Урав кино», сериал издательства «Бомбора» «Кристина от А до Я» и тур Скотта Риттера в поддержку книги «Гонка разоружения». То есть вокруг этих номинаций всегда идет такая вот очень интересная дискуссия, почему именно этот проект необходимо наградить, и были очень веские аргументы в поддержку каждого из этих проектов. Кроме этого, специальным призом, специальным дипломом экспертная комиссия решила наградить в этой номинации проект Виктор Пелевин «KGBT+». Ну, когда выходит новый роман Пелевина, то вокруг этого уже, собственно говоря, создается такой общероссийский шум, всплеск интереса. Но кроме этого, этот проект помогает, в общем-то, расширять читательскую аудиторию и на другие книги других издательств. Следующее направление, которое мы решили выделить, это яркие проекты муниципальных библиотек, потому что надо отдать должное, что библиотеки часто выступают с настолько креативными, яркими, очень образными проектами в продвижении, причем они это делают, что называется, не за деньги, они это делают не за то, чтобы продать больше книг, они это делают для того, чтобы привлечь читателей, юных читателей в библиотечное пространство. И здесь мы выделили следующие номинантов. Это интерактивная игра «Путешествие. Время всегда хорошее. Санкт-Петербургская библиотека имени Пушкина». Это проект «Арт-библиолагерь детства». Обособленное подразделение Красносельцевской сельской библиотеки Республика Мордовия. И библиотечный проект по продвижению книги и чтения «Литературный полдник. Читай город». А вот здесь вот так получилось, что чтение становится во главе угла всего книжного, собственно говоря, бизнес
сообщества. И очень приятно, что в этом году мы увидели очень много интересных и ярких проектов, а те, которые наиболее интересные, сегодня были озвучены на этой пресс-конференции. Большое спасибо. И вам спасибо большое, Сергей Михайлович. Леониду Леонидовичу возвращаю слово. Интереснейшая тоже номинация, лучший образовательный проект. Ну, потому что, конечно, книги – это неотъемлемая часть образовательного процесса. И с самых маленьких наших месяцев, лет, книга присутствует всегда в нашей жизни. Поэтому здесь сложно прям разделять... Вернее, классно, что есть вот номинация такая, которая вот объединяет и образовательную функцию, и ну, просто мы как-то становимся умнее, мне кажется, читая книги с самого. Чем раньше, тем лучше. Поэтому давайте мы расскажем о ней чуть подробнее. Конечно, назовем имена и названия тех, кто вошел в шорт-лист. Спасибо большое, что дали мне слово еще представить номинации, потому что не в общем говорить, а только о самом ревизоре. Но еще, конечно, хочется о конкретных вещах. Я считаю, что у меня две номинации, которые одна другую дополняют. Значит. Но первая номинация – это образовательный проект. Мы делаем совместно с Московским политехом и с Комитетом подготовки кадров Российского книжного союза. Вот. Мы отмечаем лучшие практики взаимодействия книжной отрасли и образовательной организации России. Вот. И их у нас тут пять претендентов. Первое – это отраслевая инициатива «Книга будущее», Российский книжный союз и Московский политех. Вторая – это образовательный проект «Забайкаловедение», издательство «Русское слово» и Институт развития образования Забайкальского края. Третье – день книгодарения от Бомборы, издательство Бомбора, МГИМО, Московский политех. Раз них тут целая такая вот университетов и академии. Четвертое – у нас проект «Академический час», издательства «Феникс» и Донская государственная публичная библиотека. Надо понимать, что это региональный проект, очень такой интересный. И пятый проект – это ребрендинг из СМС-издательства, ИТРК, издательство ИТРК, Московский политех. Вот. Значит, это вот такие вот, будем говорить, шорт-лист. Значит, мы на 29-м мы уже поймем, кто из них все-таки является победителем. И, наконец, наверное, самая такая престижная, самая знаковая номинация, она наравне, я считаю, идет с событием года, она идет наравне с главным редактором года, много. Я знаю, что ее наши коллеги ждут и так далее. Это, конечно, всегда так тяжело и почетно объявлять, с одной стороны. Это профессионал года, руководитель компании. Понимаете, ведь ответственность на руководителя достаточно большая, то есть организация должна и развиваться раз, должны быть инвестиционные инвестиции в новые проекты, должно быть активное участие в общественной деятельности, в всяких союзах, в организации, руководитель должен показывать сам пример, вот, новые форматы, работа с креативными индустриями, инициативы по поддержке отрасли, ну, короче, здесь очень много каких номинаций и так далее, и мне приятно, что троих из этих вот номинантов я знаю лично и даже не знаю, как их тут разделить, потому что у нас действительно дискуссии, споры и так далее. Ну а Наиру Нацаканян, руководитель книгодарной компании «Метида» в Самаре, я ее видел на мероприятиях и знаю лично. Так вот, про Наиру я уже сказал, значит, она у нас представитель книготорговой компании. А, например, Сергей Ануриев, генеральный директор «Литреса». Сергей сейчас является как раз вот непосредственным исполнителем проекта по поручению президента Российской Федерации. И на следующей неделе он едет в новые территории, будет представлять свой проект, значит, там уже в регионах. Представьте себе, сейчас у нас стоит задача 1351 библиотека, значит, это школьная, и 1030, значит, библиотек публичных. Все нужно подключить к интернету и на 2 года, чтобы это было бесплатное подключение. Вот это. И такая задача сейчас стоит перед Сергеем, и он, я даже не представляю, как он с ней справится и так далее. Так что, ну, плюс мы все понимаем, что Литрес развивается, это мы видим по своим продажам и так далее. Дальше, Марина Ниловна Каменева. Значит, ну, надо сказать для себя, что я учился у Марины Ниловны, я всячески перенимал опыт от нее. Вот, Марина Ниловна, тем более, очень знаково, что она
как раз у нее юбилей, не только личный, но юбилей работы вот в отрасли. Это очень тоже важно и так далее. Но мы все знаем торговый дом «Москва», знаем работу Марины Ниловны. Мне кажется, она всеобщая любимица. Ну и Алифия Дорофеева, генеральный директор издательства «Мозаики Синтез», совершенно другого формата человек, совершенно другая вот, ну, душа. Человек, и прямо для меня, вот я когда ее вижу, мне кажется, вот как раз директор так, вот это детского издательства должен быть такой. Понимаете, как вот Альфия, вот, она выглядит, она, мне кажется, сама по себе излучает добро. Вот. Но опять же, вот как здесь делиться? Как вот делиться на этих? Мне кажется, все четыре достойны, но пусть голосование уже прошло, объявим 29-го. Спасибо, да, мы тоже будем за этим следить. Светлана, по традиции, как я понимаю, вручаются и юбилейные дипломы, ну и вообще достаточно много юбиляров, упомянули уже Марину Камневу, но тут большой тоже список, давайте расскажем и об этой традиции, она на самом деле прекрасна, ну и в завершение будем приглашать на церемонию, вам слово. Да, спасибо, действительно прекрасная традиция отмечать юбилеи компании, личные юбилеи. И это делает наш праздник таким очень знаковым, теплым и атмосферно домашним, уютным. А в этом году целое созвездие ярких имен и юбилеев. Это издательство «Детская литература» 90-летие, торговый дом книги «Москва» 65 лет, книготорговая компания «Ростов книга» 30 лет, компания «Книжный барс» Рязань 20 лет, издательская группа «Альпина» 25 лет, «Альпина нонфикшн» 15 лет, редакции Елены Шубиной АСТ 15 лет, журнал «Книжная индустрия» 15 лет. Вот таких 8 юбилеев компании и еще 10 личных юбилеев. Но я быстренько... Боюсь представить, даже... чем да, закончится 29 августа. Когда, вернее? Называть все должности. Я давайте так коротко скажу, что просто назову эти прекрасные имена. Это Марина Ниловна Каменева, о которой мы сегодня говорили. Это Олег Евгеньевич Новиков, Владимир Викторович Григорьев, Юлия Георгиевна Казакова, Павел Леонидович Арсеньев, Леонид Ефимович Вальдман, Ирина Владимировна Балахонова, Алексей Маркович Ильин, Елена Вячеславовна Никольская и Ильяс Булатович Муслимов. То есть все это очень яркие и значимые фигуры в сфере книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, и даже наших Минцифры, в общем, наша главная поддержка отраслевой. Да. То есть очень такой действительно... важные, знаковые все события, имена. И, представляете, все это мы отметим уже совсем скоро, 29 числа. 29-го, да, числа. Накануне, это у нас такая традиция, накануне книжной ярмарки. Мы отмечаем нашу премию «Ревизор». Вот будет вручена вот такая статуэтка прекрасная. Автор ее Юрий Филиппович Иванов, заслуженный художник России. Он автор очень многих литературных скульптур. И для нас большая честь, что именно Юрий Филиппович Иванов сделал нам эту статуэтку 12 лет назад. И, конечно, всех приглашаем и ждем этого события 29 августа, когда мы объявим не только шорт-лист, а уже победителей и финалистов этого года. Далее, одну секундочку. Да. Я бы хотел отметить, смотрите, насколько организованно спикеры провели себя и насколько, значит, организованно и Тартас. Понимаете, по нам можно часы сверять. У нас такой тайминг. Мы ровно начали, ровно заканчивали. Опыт прямо... большой у нас уже взаимодействие. Это очень профессионализм такой хороший. Спасибо вам. Еще раз, да, и вам спасибо огромное. И еще раз мы поздравляем всех, кто вошел в длинный список, в короткий список. И, конечно, будем поздравлять тех, кто станет победителем. Задам я еще один вопрос. Если честно, наверное, хотела адресовать его всем, но кто посчитает нужным ответить, здесь сегодня у нас тоже до вас, за пару часов до вашего мероприятия мы говорили о кадрах, о подготовке кадров. Ну, правда, речь шла про туристическую отрасль, но у нас практически каждое мероприятие, по какой бы тематике оно ни проходило, поднимается этот вопрос. Потому что сколько угодно долго можно говорить и об этих целях, и об этих цифрах, и об этих направлениях и так далее, но, как я понимаю, все это должны реализовывать люди. Ну, понятно, с технической составляющей, с внедрением новых технологий, но, тем не менее, реализация все равно ложится на плечи вполне конкретных людей.
Вот насколько в книжной отрасли стоит остро вопрос дефицита, нехватки, переподготовки кадров? Потому что книжная отрасль тоже, она развивается и в разные жизненные периоды, но тоже не мне вам рассказывать. В ковид была одна ситуация сложная. Мы собирали пресс-конференцию здесь, когда магазины стояли на ушах, книгоиздатели в сложном были положении и так далее. Сейчас другая ситуация, геополитическая, тоже сказывается на всем. Вы это знаете намного лучше меня. Господи, начиная с пресловутой бумаги, который был острый момент, да, более-менее стабилизируется ситуация. Сейчас кадры в книжной отрасли, нужны ли они дополнительно, нужно ли их переобучать, где вообще их брать под эти все большие задачи? Ну, давайте так говорить, обучать однозначно надо и переобучать надо, потому что отрасль книжная – такой живой организм, который постоянно делает. Тем более, посмотрите, новые технологии, новые, этот постоянно наступает на пятки. Но надо сказать, что нам повезло. Нам повезло то, что у нас наш бывший отраслевой наш институт, он влился в Московский политех, и вот благодаря, значит, Екатерине Хохлогорской, Екатерине Львовне Хохлогорской, благодаря Владимиру Владимировичу Миклушевскому, у нас полный контакт по подготовке, как вот непосредственно по специальности мы можем говорить. Я вот, например, знаю, что Сергей Вадимович Степашин у нас ходит в попечительский совет, возглавляет попечительский совет университета. И любой вопрос, который к нам идет, обращение со стороны издателя, вот недавно Вальман обращался по этому поводу, директор Феникса, мы в любой момент готовы, значит, говорить о том, что специализация должна быть такая-то озвучена. Единственное, что нужно понимать, что если говорить о большом подготовке кадровой, то есть это целый такой учебный процесс, который должен выстроиться с практиками, понимаю, со всеми. Да. И так далее. И потом это должно будет утвердиться на уровне Министерства науки и образования. Вот. А если говорить о каких-то квалифицированных, ну, подготовка такая квалифицированная, то есть, я не знаю, как повышение квалификации, или как это говорит, то с этим вообще никаких проблем нет. То, значит, Екатерина Львовна идет к нам навстречу, любой вопрос и так далее. Я бы, наверное, поставил вопрос немножко другой. Достаточно сложно сейчас такие так называемые устаревающие специализации, которые есть, но они нужны. Например, корректор. Вот проблема корректоров, она достаточно острая. Вот я недавно это анализировал. У нас средний возраст корректоров под 60 и за 60 лет. И понимаете, это достаточно такая специализация. И автоматические корректуры, она не всегда выручает, не дает живого вот этого вещи, которую понимает. Это вот еще один вопрос, о котором мы говорим. И, наверное, очень важно, конечно, взаимоотношение с нашим литературным институтом, потому что там вот подготовка, я бы, например, поставил за основу проход такой, чтобы, может быть, сделать какую-то квалифицированную подготовку всех редакторов, отправлять на какие-то повышения квалификации. Вот это я готов разговаривать с Варламовым, готов это делать все. Но вот, кстати, сегодня мы отмечали уже вот инициативу АСПИР по литературным резиденциям и так далее. Кстати, она достаточно неплохо себя рекомендовала. Вот мы, например, на базе издательства «Вечи» будем проводить целых две таких по писателям-сибирякам и, например, будем проводить по фантастам. И самое главное, что вот АСПИР достаточно активно идет на эту встречу, он прямо ждет и ищет от нас инициатив. Так что эта работа ведется, двигается. Ну, я не знаю, коллеги могут добавить, но не всегда это вот все, что называется, вот в совершенстве. Ну, я бы добавил, да, если можно. А кадры – это всегда проблема, серьезная проблема для любой, наверное, отрасли. И сегодня мы наблюдаем, например, очень серьезную проблему в продвижении книги. Вот сегодня упаковка, сегодня презентационная часть, сегодня продвижение новых имен, сегодня продвижение новых проектов – это всегда серьезная проблема. И мы ищем эти ресурсы на стороне, но книга – это такой тонкий товар, что продвигать, например, какую-нибудь, не знаю, там вещь, это не то же, что продвигать литературное произведение. И вот сегодня мы сталкиваемся с тем, что за последние годы
два, наверное, года очень активно работает бэк-лист, то есть то, что уже было продвинуто. Но появляется не очень много новых имен. И вот здесь даже не в качестве контента, а в качестве том, что сегодня издателям очень не хватает профессиональных, очень тонких настроек по продвижению произведений новых, по продвижению новых имен. И, конечно, специалисты, которых мы получаем из университета, они должны проходить очень серьезную обкатку в самом издательстве. Но это редактора, это корректоры, которых не хватает. Я здесь согласен с Леонидовичем, потому что это воспринимается как некая ретро-профессия такая, где уже одни такие вот пожилые достаточно люди, но которые крайне необходимы, потому что если сегодня выходит книга в издательстве с ошибками, это, конечно, ну, это... А у нас таких примеров? И таких примеров много, и это как раз вот говорит о том, что поскорее испечь и поскорее выпустить. Как вот привлечь молодежь к этому? Какие мотивационные зарплаты, престиж? Да, да, вы знаете, сегодня реально поднимаются и зарплаты. Вот особенно мы ищем сегодня редакторов-продюсеров, которые проект не только вместе готовят, но и доводят его до понимания конечного потребителя. И вот это серьезная проблема, потому что слово «продюсер» уже звучит достаточно давно в нашем сообществе. Но понимание его, как в кино, например, на сегодняшний день еще недостаточно. В общем, и с этим мы серьезно работаем. Вот мы сейчас тоже ищем молодых людей, которые влюблены в книгу. Вот это очень важный вопрос влюбленности в книгу, как влюбленности в свою профессию. И есть такие, которые говорят: слушайте, мы без книги жить не можем. Мы говорим: давай, иди сюда, тебе чего-то не хватает, мы это тебе додадим, но ты влюблен в книгу. И вот самая главная сейчас задача среди молодых, чтобы в университете у них прививалась эта любовь, или отыскивать не тех, кто много знает, а тех, кто любит это. Это очень важный такой момент. А деньги сегодня, если специалист себя проявляет, для издательства это не является вопросом, который отрубает, вот, ну, если это не зашкаливает за какую-то реальную. Но сегодня достаточно не низкие заработки в издательствах. Поэтому... С рынком, да? Борис, вы хотели что-то дополнить? Я хочу вам это, про продвижение заговорили, а вот блогеры, которых вы так это здесь объявляли, вот они могут и продвинуть, и задвинуть, как вы сказали. Да, отлично. Мы к себе, кстати, в качестве такого рода продюсеров на работу принимаем. Очередной блогер у нас выйдет на следующей неделе как руководитель направления. Очередной? Они у вас часто меняются? Нет, мы расширяем штат. Ладно. Вы знаете, я хочу сказать, что у нас есть проблема. У нас проблема другая. У нас проблема не поступления в штат новых сотрудников. Молодые сотрудники, которые окончили вуз, это полуфабрикат пока еще сотрудника. У нас есть другая проблема. У нас есть проблема оттока. Оттока сотрудников из отрасли. И это связано с тем, что последние лет 15 идет такой очень серьезный шейминг книжного дела, книжной отрасли. Молодежь, которая приходит и которая немножко вошла в русло, через какое-то время осознав себя, они понимают: я работаю в отрасли, которая не перспективная, не интересная, она ламповая, она замшелая и так далее. Пользуясь тем, что мы находимся сейчас вот на площадке ТАСС, общаемся с журналистами, очень хочется попросить журналистов чуть меньше говорить о том, чего не существует. О том, что книжная отрасль закончилась, книги больше никто не читает, молодежь книги не читает. Все мы знаем, что молодежь сейчас читает гораздо больше, чем взрослые. Это да, взрослые мы здесь презентуем, знаете, с какой скоростью каждый раз... А у молодежи создается ощущение, что книжная отрасль не престижная, очень старая. Здесь вопрос даже не денежной мотивации, это вопрос взгляда на свое будущее. Мы как-то на самом деле вот с таким своим скромным самобичеванием довели отрасль нашу до того, что молодежи здесь как будто не престижно работать. А на самом деле во всем мире в книгах работать престижно и интересно. И профессия писатель, профессия редактор, литературный продюсер за последние несколько лет стала очень модной и престижной во всем мире, потому что ты работаешь со смыслами. Ты работаешь с контентами, а это всегда гораздо лучше, чем работать с туалетной бумагой, извините. Нам нужна реабилитация.
Любая, да, тут любая, на самом деле, профессия важна. Тему вы подняли, видите? Да, да. Но, на самом деле, тоже отдельная тема, наверное, заслуживающая отдельного такого большого разговора. Я буквально еще пару слов добавлю, потому что, действительно, очень живая тема, она нас всех встрепенула. Мы, как журнал «Книжная индустрия», уже 6 лет подряд делаем Всероссийскую школу издательского мастерства, на которой представляем лучших, опытнейших редакторов, издателей, маркетологов, представляем лучшие проекты по продвижению. И в эту школу приглашаем не только специалистов отрасли, а это школа для наших кадров, для вузов. В ней принимают участие студенты Московского политехнического университета, студенты Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского университета. То есть все наши профильные вузы очень активно в ней участвуют. И вот таким образом мы и можем собрать сливки, да, посмотреть лучшие, зарядить любовью, зарядить энергетикой нашей профессии, показать, какая это вообще самая лучшая, самая классная, самая драйвовая профессия в мире. Спасибо огромное, коллеги. Если вопросов из зала нет, и вроде бы мы основное точно все сделали, а главное мы собирались для объявления шорт-листа конкурса профессионального мастерства «Ревизор 2023». Я напомню, что цель конкурса – выявлять лучшие проекты инициативы в области книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела России. И опять же напомню, награждение победителя конкурса «Ревизор 2023» уже совсем скоро, 29 августа. Еще раз мы всех поздравляем, кто вошел в этот список, и, конечно, будем поздравлять тех, кто победит. Ждем вас снова в пресс-центре ТАСС. Спасибо, что в очередной раз шорт-лист был объявлен в наших стенах. Всегда вам рады, и пусть победит сильнейший. Я от имени Российского книжного союза, от имени своих коллег хочу поблагодарить и ТАСС, площадку. Вы всегда к нам откликаете, всегда нас приглашаете на мероприятия, и мы никого не хотим на вас менять. Спасибо, мы тоже всегда вам рады. Ждем вас снова, наше мероприятие завершено. Всем спасибо.